Так, господа, всем доброго времени суток. Продолжаем играть в Rome Total War, фракция Рим, дом Юлиев. Война с Карфагеном идет. Мы тут пытаемся выход захватить Лилеби, но я так понимаю, сиракузы нам не дадут это сделать. Потому что захват будет осуществлен сейчас Лилеби их войсками. Ну что ж. Здесь у нас стек стоит, пополняется. Я думаю, нам пора вести наших добрых воинов назад. Плюс долбануть этого шпиона нафиг, который мне все портит. Портит мою логистику и все в этом духе. Можем построить что-нибудь, я думаю. Так, у нас здесь расширение уже идет. Здесь, я думаю, построить какой-нибудь... Блять, жатвы нету. То, что это большой минус. Но я думаю, что... А, кстати. Нам надо перестроить здесь. И здесь, я думаю, я построю, наверное... Да. Может быть, на еду построю. А может быть, и не построю. Подожду лучше. Прокачки. Так. У этого персонажа есть неприсвоенный ранг. Да, кстати. Мне качнулся воитель. Воителя мы будем качать. Хитрость. Давайте мы качнем эту штуку. И пропустим ход. Дела у нас идут пока замечательно. Торгуем мы с афинами. Сиракузами. Думаю, сейчас туда-сюда. Так, ну тут сейчас Эпир, наверное, Афины и Спарта разобьют. И нам будет гораздо проще. Ну вот, и я что и говорил, то что... Произошла вот такая вот штуковина. Ну, я думаю, будем воевать с Венетами сначала. Ну, Лигурия, она объявила мне войну. Да. Я, кажется, потерял свой город. Хотя... Может быть, еще и не потерял. Я думаю, можно попробовать сразиться с ними. Плохо то, что у них очень много застрельщиков. У меня застрельщиков. Два стека. Ну что ж, давайте попробуем. Нет. Может, что-нибудь и выйдет из этого всего. Кавалерии нет, это очень плохо. Мы сейчас просто... Они сейчас, скорее всего, нападут в одну точку. Нам нужно держать пару отрядов легкой пехоты. Типа гастатов. Какой-нибудь мини-засаде. Чтобы в случае чего мы могли обойти сзади застрельщиков. И окружить их, соответственно. После этого, я думаю, они все убегут. Убегут просто-напросто. Ну, так как у нас война началась с Лигурией, я думаю, воевать с Венетами пока смысла нет. Хотя я не исключаю факта того, что они могут сейчас напасть на нас. Ну что ж, начинаем. Я сейчас приведу своего второго полководца. Так, ну что ж. Получается вот так. Они будут нападать, скорее всего. Откуда? Откуда же вы будете нападать, гады? Угу. Не видно. Я их не... А, вот они, кстати. Вот их отряды. Они попрутся сразу сюда, скорее всего, сюда. Я оставлю сейчас двух вот этих ребят. Где-нибудь здесь. На всякий случай. Триалиев мы поставим сюда. Гастат, в принципе, сюда. Гастат у меня будет на подкрепе. Застрельщиков мы тоже спрячем. И Рарории. Где-нибудь, я думаю, здесь вот в лесочке мы поставим.
Ну что ж, и начнем нашу битву. Ускорим марш, посмотрим, что, как будет вообще расходиться их войска. Ну, если вот этот отряд, это что у нас вообще спрятался? Так, это короткие мечи, кельтские прачники. Так, ну вот. Один отряд у нас короткие мечи пошел сюда. Соответственно, что мы можем предпринять в этом случае? Мы можем поставить сюда застрельщиков. И по подходу сюда, соответственно, так. Я так понимаю, они будут... Ага. Я понял, они пошли все в одну точку. Ну, как бы вот так вот. Что они тут хотят сделать, я не понимаю. Так, войска, подходим ближе. Ну вот, то, что я и говорил. Где-то обстрел моих позиций. Так, возьмем наших застрельщиков, поставим сюда. Ну, вот так вот. Этот отряд разбит. Этот отряд разбит. Здесь Рарори. Ну, ладно. Так, вот так у нас вот это все происходит. Так, возьмем, где наш принцип. Давай сюда. Триарий. Обойдем их здесь. Что это? Кто это вообще такие сюда пришли? Возьмем туда гастатов, отправим сюда. Так, у нас еще есть. Этих мы, наверное, поставим сюда наверх. Так, нет, давай-ка туда. Здесь начнем обстрел. Так. Что у нас здесь? Здесь, на, мы выгнали этих упырей. Раз, все, отрочимся. Вот этих нормально у нас секут. Не, давай быстрее беги,
Здесь поливают пока. Вот эти очень сильные их командиры, очень сильные. Так, что у нас здесь? Жаждут боя. Пускай жаждут. Так, ну что ж, тут пока не все держатся. Ну давайте, передвигайтесь вы быстрее, ты черт возьми. Блин, они поливают со всех сторон. Вот это досада. Это очень плохо. Пиздец. Пиздец. Это все. Без кавалерии очень сложно. Очень сложно без кавалерии. Что у нас здесь? Гастаты. Так, их командир почти сдался. Осталось совсем немножко. Черт. Прям в спину стреляет, суки. Прям в спину стреляет, гады. Когда у вас патроны-то закончатся, эти стрелы, блядь. Прачники, вы хреново, блядь. Все, мой командир убегает. Это очень плохо. Это очень плохо. Давай быстрее ты, ёшкин кот. Так, еще подошли. Черт возьми, наверное, я проиграл эту битву. Наверное, я проиграл. Потому что, блин, застрельщиков много, кавалерии вообще нет. Не могу ничем отбиваться. Не могу реально ничем отбиться от них. Я даже к ним нормально подойти не могу, они мне половина. Все. Да, конец. Можно ливать. Признать поражение. Окей, завершить битву. Хорошо. Просто мы как-то, я сейчас глупо поступил, мой генерал, блин, бегал непонятно где все это время. Ну, блин, добраться до застрельщиков просто так, это невозможно, невозможно. То, что они просто застреливают, застреливают и застреливают, застреливают и застреливают. Если бы была хотя бы один отряд, хотя бы был бы один отряд кавалерии, мы могли бы что-нибудь предпринять. А его нет. Его нет. Просто-напросто нет. Я не думал, что Лигурия на меня нападет. Ну что ж, ладно. Что-то не задалось опять. Черт возьми. Черт возьми. Ну ладно, мы сейчас что-нибудь придумаем, что можно сделать. В Риме я в любом случае найму сейчас войска. Хотя бы генерала поставлю. Так, хорошо. Ладно, козлы. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Да будет так, козлы. Хорошо.
Вердикт отменен. Вот, блин, уродище, блять, вообще. Собака дикая, просто, блин. Лазучик. Блин, 1%. Черт возьми, манипуляция. 10%. Давай попробуем манипуляцию. Так, убийство. Шанс избежать. Давайте отравление колодцев качнем по фулу. Так, ну что, у нас тут захватили. Что у нас здесь? Это другие дома. Юниев, Корнелиев, Юлиев. Стоимость чужих пленников захваченных. Восстанавливаем. Дианис. Так, сразу нанимаем. Вот так делаем. Так, ну что ж, а, кстати, у нас расширяется наш город. Мы здесь, соответственно, построим жратвульню и пропустим. Так, стоп, я не хочу издавать сейчас эдикт. Эдикт я захочу. Рим захватить вот этим кусочком войск не смогут. Вот этим небольшим отрядиком. Это смысла не будет у них нападать. Так, а Эпир, кстати, Эпир. Я вот смотрю то, что потихоньку отбивается. Черт! Вот как так-то? Как так? Ладно. Кавалерия, это, блин, понабирал себе, блядь, толпу наемник. Откуда бабки-то? Это интересно. Городов нет. Ничего нет. А денег, блин, вон, на какой стек хватило. Просто жесть какая-то. Что за фигня, а? Рарори, Рарори, блин, черт. Ладно. Так, где они у нас стоят? Они будут... Ладно, оттуда заходить. Заходить будет сюда. Соответственно, мы стоим здесь. Здесь. Этих дурочков тут и велитов тут поставим. Нажмем ОК и начнем. Кавалерии, мне не страшно их. Главное сейчас убить генерала. Кстати, наверное, итальянский. А вот и спицы. У них атака никчемная. Так, ну все. Вот они уже подбежали ко мне. Все, хватит. Так, что у нас? Что у нас тут? Генерал. Так. Давайте-ка быстренько сюда перейдем. Хорошо. Еще один отряд. Там три отряда кавалерии, насколько я понял. Так, у меня же есть еще два этого флота. Блин, я про него забыл вообще. Они бегут, хорошо. Атакуем. Что это, как они? Плохо атакуют.
Все, и пошли, 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 пошли сюда. Идем сюда. Помочь, 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 помочь. Быстренько, быстренько. Черт, рарорик моих уже под это самое, под расхерачили. Черт, Валерия. Давайте, ребятки, высадились. Хорошо. Бегом. Быстрее, 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 быстрее. Но сервер доступен? Доступен. Соответственно, это, ну как, алерт упал на то, что нет пинга сервера. Сервер доступен. После обновления он поднялся. Да. Да. Ну как, ну... Ну, блин, ну если бы там указано было насчет службы, да, какой-то не запущенной конкретно, да, то, соответственно, ну, решение вопроса было совсем другим. Так вот. Просто надо, да, я не знаю, в запиксе надо поставить мониторинг определенных служб, чтобы не только пинг указывался до сервера, чтобы, ну вот, пинг указывался до сервера, хорошо, ну я проверил пинг, да, пингуется, все, на сервер Bitcraft подтвердил, что вход, ну, выполняется, ну, соответственно, ну, заявка закрывается, ну, как это, ну, я так думаю, заявка закрывается, потому что сервер доступен. Ну, если что, звони опять. Так, ну что ж, тут мы по работе опять звонили, блин. Хорошо. Тут, блин, меня разгоняет моих ребятишек. Походу, я и эту проиграл, что ли, битву, так получается. Какая-то незадача, блин, все-таки выходит. Очень плохо все. Ну че вы не стреляете, блин? Да блин. Не до этого вообще подойти. Сейчас стрелять собираетесь или не собираетесь? Вот. Пипец, вообще опять я проиграл. Ну что это за дела, вообще не понимаю, блин. Ай, черт возьми, ну... Блин, ну... Нифига не честно. Вот как у них получается так, что у них, блин, целый стэк получился воинов? Вообще не понимаю.
Такого быть же не может, правильно? Или может? Ну ладно, это потери такие незначительные, мне кажется, но все-таки потери. Ну, я сейчас что-нибудь... Суки. Я не думал, что у них будет столько войск. Просто не думал, если честно. Даже не предполагал, что у них окажется в закромах столько юнитов. Просто я, блин, брал войска на юг и все. Ладно. На этом же игра еще не закончилась, правильно? Ну вот. А если игра не закончилась, значит, мы сейчас будем их убивать. Вот он набирает войска какие-то, непонятно зачем только. Так, дальше мы изучу строительство. Так, у нас тут понятно, денег я пока строить ничего не собираюсь. Мой соглядатый. Давай-ка тут что-нибудь замути, разведай. Пускай набирает войска, я сейчас приду, убью его нафиг, задолбал. Меня эта тоскалига уже. Гена сейчас я захвачу. После Вольтеры. Войска, я как вижу, мне позволяет. Если, конечно, Ариниум сейчас меня не хапнет никто. Ну, наверное, не хапнет. Сейчас посмотрим. Сиракузы. Ливия тут. Что-то хочет. Напала на Лилебель. Ну почему они не нападут вот на ядер? Зафига он сюда подплыл. А, ну вот, я к чему и шел. То, что да. То, что да. Все к тому и шло. Да. Ладно. Это не зря сделали вообще, мне кажется. Очень зря. Просто зря. Пипец как зря. В Косинке там... Так, ладно. Ты, Камцумир. Ну вот и все. Пришел твой конец, соответственно. Умри, сволочь. Сволочуга. Просто сволочуга, которая... Вот и все, это русская лига уничтожена. Минус 6 по идее, нифига себе. Какая досада. Очень плохо. Ну, как бы так вот, да? Пофигу, пускай будет тяжелая победа. Свободен. Минус 2, по идее. Так, хорошо. Хорошо, так сделаем пока. Ладно, тогда мы здесь... Давайте построим рыбы. Так, Италика у нас качнулась. Италика у нас качнулась. И это очень хорошо. Да, бонус натиску сделаем.
Так, ну и пускай они тут хилятся. Конец. Ага, контролируют. Да ну нафиг. Я сейчас захвачу Вольтеру. И, соответственно, после этого уже что-нибудь придумаем. У нас восстание. Твари там беснуются, блин, это чума, блин. Все мне там козни всякие делает, я ее пока завалить никак не могу. Может, сейчас воителя отправлю туда. Да, давай. Мне нужен мирный договор с тобой в любом случае. Венеты тут расчехвостились совсем. Восстание. Так, хорошо. Ого! Нифига себе, а что это гарнизон у меня не может выйти? Нифига себе, что это за такое? Ладно. Наймем тогда пока парочку еще. Так, что ж, мы здесь доход от производства сделаем немножко повыше. Отправим нашего соглядатого туда. Возьмем нашего воителя и отправим туда. Так, что у нас здесь? Тут пополнение идет. Плюс 4 хлеба. Ага, я понял. Хорошо. Значит, что мы делаем? Идем сюда. Все, стоим здесь пока. Ждем. Набирает войска. Для чего он их набирает, неизвестно. Не, ну это известно делать, что он их набирает. Сразиться со мной. Окей. Так, пока у нас Карфаген тут. Значит, я сделаю следующий ход. Построим здесь мы жральню. Тут надо постоять пока. Публицей. Угу. Хорошо, так. Общественный порядок. Убийство, меткость, стрельба. Давайте мы качнем. Убийство, меткость, стрельба. Пока. Поступим так. Так, показывает Сиракузы. Ладно, держится. Мы сейчас немножко с порядком разберемся. В Кассенте отправим наши войска. Угу. Вот как ты, да? Я же могу сделать вот так еще. Отойти в лесок. Потом прийти и дать тебе лев. Вот как это может все быть. Так, создать армию следующую арену. Да черт возьми. Почему я не могу подойти ближе? Почему они тут далеко стоят? Я не понимаю. Сейчас они могут напасть еще на меня. Вот это будет вообще досада, печаль, беда. Так, ну что ж, захватываем Вольтеру. Круто. Пришел карательный отряд. Начинаем ломать лица Лигурии. Начинаем просто их крошить и уничтожать. Так. Да, качнем. Плюс 2 того, плюс 2 того.
Так, хорошо. Теперь мы издаем эдикт. Эдикт о налогах. Что это такое? Офигел, уже перестроил, мудак. Саботаж. Еще провалилось, ёшкин кот. Возьмем еще палочку. Так, давай, плыви сюда. Плюс один вход, брать. Минус 10, плохо. Ладно. Делаем конец хода. Так, кстати, надо посмотреть, наверное. Сановника. Может, там появился у нас на налоговую ставочку. Очень хорошо. Сиракузы пока держатся, это меня радует. Еще бы меня это не радовало. Мирный договор. Лигурия. Так, а что у них, с кем они? Так. Выплаты. Ну давай так, я сейчас все равно тебе нападу нахер в рот. Пускай будет так. Опять они воюют против диверсии в Кассенте. Что они тут диверсируют? Все диверсируют и диверсируют. Так. Прайм. Сюда иди. Хорош нанимать воинов. Блин, уже до хера их стало. Просто жесть. Уже их очень много. Хорошо. Так, сейчас придет мой человечек. Давай сюда. Плюс 4. Уже неплохо. Минус 7. Так, ну подождем немножко. Сейчас у нас здесь все восстановится, войска, и пойдем захватывать Геную и Медиолан. Так, что у нас, кстати, с сановниками? Сановники у нас общественный порядок. Общественный порядок. Блин, ну вот фигня всякая, если честно. Всякая ерунда. Так. Выказное убийство, меткость влюбляна, манипуляция, 10% повреждений, искушений. Так. Так, закончим ход. Посмотрим, что у нас, да, принесет следующий ход. Мы сейчас отравим колодцы ему еще раз. Возьмем трех своих чувачков и нападем на него. На него мы нападем. Местная легенда. Так, этот гладиатор настоящая легенда, его знают по всей империи. Оставить его, освободить его. Так, ну что ж. Простой шаг. Сюда. Сюда. Всех перекидываем ему. Thank you.
теперь можно и нападать. Очень хорошо. Очень хорошо. Рабы нахуй, сука. Начнемся сразу. Так, что у нас там? Хитрость. Давайте хитрость его. Хорошо. Ну, вот так вот. Разобрались с мятежом. Так, что мы здесь заканчиваем? Стройку. Так, у нас прокачанный. Так, хитрость. Давайте сделаем так, что у нас радиус обзора плюс 10. Да, и пойдем мы туда. Так, почти восстановились войска. Минус один. Пока отправим его в Каралис. В Каралис отправим его. Так. Здесь. Думаю. Этого мы выведем отсюда. Этого посадим в Кассентию. Этого отправим пока сюда. Так, сейчас мы что-нибудь еще построим, наверное. Так, жатва есть, жатвы достаточно, я бы сказал бы. Жатвы очень много. Так, давайте-ка мы построим вот это. И закончим ход. Сейчас там восстановится, я нападу на Гену. Когда Вейкит подойдет, мы поближе немножечко. Хватит, если они на меня напали, позвоню. Мирный договор. Конечно, сейчас он будет мирный договор. На два фронта воевать я не знаю. Так. Да ж, сука. Только отошел. Она уже здесь. Мразь. Казное убийство. Ну давай попробуем. Сучара, блядь. Жестко сучара вообще. Погнали. Что она здесь? Объявляем войну. Да. Объявляем войну, захватываем Гену. Да, вот за то, что, как говорится, вы напали на меня. Вот так вот. Очень хорошо. Так, вот этими войсками он ее обратно не заберет. Так, что у нас здесь? Здесь мы, наверное, подразрушим. Это построим вот это. Это разрушим. Так, ну что ж. И давайте посмотрим, что у нас по дипломатии у нас получается. Так, Сиракузы мы дружим. Ардиен минус 15. Венеты. Угу. Давайте попробуем пока с Ардиеном. Что-нибудь договор о ненападении. Не хотят. А торговать тоже не хотят. Ну, вот такие вот они, венеты. Давайте договор о торговле никто не хочет. А договор на нападение тоже не хотят. Ну, по сути... А это кто? О. А ну-ка, давайте-ка. Вы так далеко от меня. Торговать не хотят. Что это такое?
Мессалия. Мессалия. Нет. Походу делов не будет с ними. Ладно. Кстати, у нас прокачался наш легиончик. Можно его натиск сделать и сделать конец хода. Очень хорошо, пока идет все. Мы отбились от всяких захватческих попыток напасть на меня. Так что, пока захватили Геную, портовый город. Сейчас-то немножко построимся. Пока Сиракузы пускай стоят здесь. Я думаю, мы сейчас вообще тот, кто стоит. Ну вот как-то они тут начинают окапываться. Мы сейчас попробуем отравить чувака, соответственно, в Медиолане. О, доблестная смерть. Ага. Юни. А что у нас тут? Рвение. Изучить технологию тактика. Так, мы посмотрим. Так, другие дома. Кассенди. Каралис. Черт, я что, его нанял, что ли? 66 лет, так он сейчас сдохнет. Или его. Харизма вход. Нет, ну это ранг второй, это Кассенти, он стоит у меня в Кассенти. Ну ладно, пускай он будет тогда. А ты здесь тогда стой пока. Все равно скоро сдохнешь. Скоро. Так, ну что ж, этим давайте мы сделаем подрывная деятельность в войсках на изнурение. Так, что у нас дает? Войско не может крепиться, этому двигаться тоже не может. Значит, мы данной штукой забираем просто. Убиваем этих укреплевшихся чуваков. Захватываем хорабы. Так, и сейчас мы опять находимся в такой ситуации, что мы не можем просто выйти. Значит, делаем тогда так. Больше никак не получается. Я думаю, здесь все быстро. Даже никого не потерял. Вот и все. Все оказалось достаточно легко и просто. Так, здесь мы построим, скорее всего, вот это. Здесь перестроим, пока ничего не перестроим. Здесь просто мы разрушим. Здесь что мы разрушим? Здесь мы построим торговое поселение. Все. Хорошо. Все хорошо пока. Пока все хорошо. Так. Дальше. Что у нас здесь? Так, его можем отправим туда, на север пока. Что у нас здесь? 18 отрядов. Блядь, этот тип скоро сдохнет, да? Ну-ка, сейчас гляну, как он там называет себя. Луций Папири Курсос. Да, 66 лет. Вот он скоро откинется. Кстати, давайте мы посмотрим, может быть, уже есть у нас нормальные ребятки. Так, вот, нахождение культуры, коррупция, минус 3%. Вот этот хороший мужик. Вот этот мне мужик очень даже нравится. Так, очень хороший. Так, а этот у меня самый крутой получается, очень крутой. Защита в ближнем бою, у всех. Вот это, но тут харизма вход плюс 2. Рядов. Давайте мы так сделаем. Конец хода.
Можно попробовать сейчас поторговать с всякой Корией. Там. Так, Тодор. Попробовать наладить с ним какую-то торговлю, пока. Так. Эпер тут что-то попытался булькнуть и, соответственно, булькнул. Сиракузы пока тут вроде как держатся. Ну и пусть они держатся. Мне главное, чтобы... Ну, это непонятный ход, конечно же. То, что он напал на меня. Вот и все. Хорошо. Хорошо. Да, наверное, отпустим мы остатки. Пускай бегут. Вот так вот все у нас получилось. Лигурия уничтожена. Но вот за такую дерзость, то, что они напали на меня. Так, нам там нужно изучить тактику. Насколько я знаю, да, задание у нас. Да. Создать армию. Сейчас надо создать и изучить тактику. Давайте создадим армию. Если можно, да. Так, это кто? Юни. А кто у нас там? Никого нет. Так, у нас этот самый Брут, фотоводец. Значит, остальные у нас кто? Получается. Так, авторитет, рабов, рвение. Давайте вот этот. Соберем его. Отряд. Хорошо. Пускай здесь постоит. Дальше, что у нас здесь получается? Здесь у нас мы сейчас должны нагнать. Так. Военное хозяйство. Стоимость содержания это действие. При полководце. Коррупция на это действие. Налоговое. Да, давайте мы наймем вот этого ребятенка. Так, что у нас здесь? Давай сюда. Мы можем поторговать, например, с этими ребятами. Так. Давайте попробуем. Да, давай не нападение. Нет. Торговые соглашения тоже не хотят. Аритийцы. Так, стоп, да. Волнительный союз, нафиг. Не хотят. Тоже не хотят. Ну что ж. Пока. Мне просто... Давайте мы посмотрим, с кем воюют винеты. Ага. Хорошо. Значит, что мы сейчас сделаем? Что у нас здесь? Здесь у нас пехота, да? Пехотка. Пехотка. И они сразу смогут напасть на меня с моря, да? Соответственно. Так, что у нас здесь по общественным? Плюс 16. Плюс 9. Отлично. Побежали. Сюда. Хорошо. Здесь сейчас наберем... Так вот сделаем. Делаем конец хода. Надо подготовиться к войне. Сейчас. Что-то здесь вообще. Ливия приплыла. Сейчас тут начнется осаждать, наверное, Сиракузы город. То, что мне не выгодно, чтобы они осаждали. Не захотели. Так, ну что ж, я почти подошел к своим ребятам. Сейчас я дам ему войска. Отдам войска. Да. Да, отдаем войска. Его уводим. Обратно сюда.
ты, соответственно, становишься моим чувачком. Брундизи. Арини. Блять, а он чё стал? Черт возьми. Блин, так не пойдет. Так нифига не пойдет. Так не круто. Я не хотел тебя качать. Хотел своего чувачка качать. Юниев. Давай-ка мы вот этого сейчас соберем отряд. Да. Да, и усыновим. Угу. 22 года, хорошо. Так. Угу. Так. Блин. Давайте-ка мы построим это. Жрачка мне хватает, но... Плюс 100 монет к... Соответственно... К сельскохозяйственной торговле. Так. Думаю, после этого хода успеет закончить эту серию. Опа, я что-то забыл про него вообще. Культура Рима плюс 4. Я что-то вообще про него забыл. Так. Бабок нет пока. Хорошо, Пеперу уничтожу. Отлично. Так, что мы делаем? У него тут получается 2 стека, да? Ты... Даем тебе все вот эти войска. Окей. Тебя мы можем расформировать? Нет. Значит, ты что у нас тут даешь-то? Боевой дух, общественный порядок плюс 2. Иди сюда достань. Мы становимся сюда. Хорошо. Так, пока ты качаешься, да, получается, ты идешь обратно у нас в Кассинтию, ты делаешь свои дела. Так, все. Пропускаю ход. Так, что как бы нам сейчас... Я думаю, сейчас мы отравим колодцы, который, чувака, который находится в этом, нападем, который стоит у нас на границе. На границе он стоит. Убьем его, соответственно. Или договорно. Так, оплатить. Давай на перехваточку запросим. Окей. Хорошо. Захватим, закажем 500 монет. Так, понятно, он убежал. Значит, что это? Изученная технология тактика. Хорошо. Тиран 5 уровня. Что нам это говорит? Здесь у меня вроде все, значит, давайте мы будем строить это. Пойдем посмотрим, куда он уходит. Понятно. Сюда, значит, да? Ну, пора. Да. Будет война. Будет война. Вот так вот. И все. Провинция наша.
Так, тут сейчас, наверное, появятся какие-нибудь корабли. Значит, надо перекинуть сюда. Минус 30 вообще. Так. Так, построим. Так. И вот так мы построим. Так, это нам не надо. Это здесь нам не надо. Так, все. Здесь отряд есть. Минус 30. Ну ладно. Сейчас что-нибудь получится. А может и не получится. Так, что ж. Ставим его на свое место здесь. Так, ладно. Целый стек стоит, он вообще не действует. Нифига, вот это плохо. Просто стоит на защите. Так, ладно. Качаем нашего изнурения. Вот это хорошая вещь. Будем качать дальше. Так, на мы напали на венетов. Захватили сразу же. О, ну это хорошо, что они здесь у нас появились рядышком. Можно даже два хода, наверное, потерпеть пока. Так, они и Норию захватили. Нифига себе, никакие вообще буйные ребятки оказались. Они и Норию захватили, да? Кстати, сейчас мы можем, может быть, подружиться, точнее, заключить какие-нибудь договора с... Ну да. То, что я и говорил. То, о чем я и говорил. Что у нас здесь? Здесь у нас войска. Так, что у них? У них. Ну что ж такое? Алло. Привет. Нет еще. Чего? Ну я знаю. Нет. Нет. Нет, никто. Ну так. Нет. Нет, не вру. Да. Хорошо. Давай. Давай пока. Так, блин, жена звонила. Так, ладно. Что ж. Короче, нифига себе. Все нифига себе. Они попрутся сюда, сюда. Короче. Все будет атака, у нас будет с моря. Соответственно, поставим кому этих чувачков сюда. Этих мы поставим. Двух сюда, кавалерию мы запихнем вот сюда. Дальше у нас есть еще рарории, мы поставим куда-нибудь сюда их. Так, есть сюда полководец, сюда. Кто у нас там? Так, давайте мы их тоже сюда запихнем пока. Еще нифига, у меня тут еще отрядов осталось. Мы скорее всего отобьемся от этого нашествия. Мы вот здесь поставим, будем их усиливать. Этих бомжей мы поставим сюда, пускай стоят. Ну что ж, и начнем сражение. Высаживаемся флотом.
Включим перемоточку. Так, ну что ж. Что у нас за генерал? Воодушевление, боевой клич. Больше пока нету ничего. Так, моих ребят мы спрячем сюда. Что вы там, плывете, не плывете? Вроде плывут. Ну, я думаю, мы отобьемся. Почему мне так кажется? Ну, фиг знает. Войска у меня вроде как есть. Кое-какие триарии. Не триарии, а рарории. Рарории. Так, ну что ж, орда приплывает, приближается к нам. Я не знаю, как они будут штурмовать. Если по отдельности, то они все сдохнут. Сейчас встретим одних, убьем, встретим вторых, убьем, встретим третьих, убьем. Ну, попытаемся все это как-то с минимальными потерями сделать. Флот у них огромный, здесь высаживаться, и надо высаживаться в одном месте, концентрировать удар в одной точке, чтобы сломить как-то мои построения, но... Так что, они его видят? Отряд один видит. Кавалерия одну видит. Значит, надо его нафиг вот сюда спрятать. Спрячем сюда. Что видит? Ну, фиксим, ладно, пускай видит. Так, ну высадка началась. Я не знаю, войны кельтских племени. Войны кельтских племени, штурмовые мечники. Штурмовой мечник. Это у нас походу застрельщик, как я понял. Нет, не могу на них кликнуть. Это скорее всего застрельщики, наверное, сейчас мы. Или пикинеры какие-нибудь, которые сейчас быстренько сдохнут и все. Так. Куда плывут эти, я не понимаю еще. Да, это кто? Вот это кельтские прачники, мы сейчас их с тыла зайдем и убьем нафиг. Если они сейчас начнут высаживаться. Так, надо сделать так вот. Сразу, если что, сюда их. Так. Давай сюда. Так, ну что ж. Валерий, мы сразу выведем немножко. Хотя, стоп. А может и не выведем, стоять. Подождем, пускай они поближе подойдут. Да, это копейщики и прачники. Ну, мы сейчас постараемся с ними по-быстрому разобраться. Кавалерию они мы заметили. Да, нападем на прачника. Чтобы они поменьше расстреливали моих ребятишек. Так, здесь сделаем. Вот так, фигачьте в них. Вот и все. Хорошо. Куда эти пошли, я не понимаю только.
Все понятно. Так, что у нас дальше? Так, плывет один. Это кто у нас плывет? Мечник плывет сюда. Хорошо. Все. На место. Давайте сюда. Вот и все. Отступаем. Все. Отряд уничтожен. Не знаю, что они собираются тут сделать вот этим отрядом. Так, ну вот высадка уже некоторых тоже была произведена. Все. Стоим, ждем. Все. Так, опять копейщики. Бегут, это кто у нас тут? Мечники, копейщики, мечники. Все уже готовы. Приемы гостей. Так, сзади у нас понятно. И побежали, побежали дальше сразу же. Хорошо, кавалерия отходит. Нашли застрельщики назад.
Так, что у нас здесь? Так, кто у нас тут стреляет, суки? Давайте, передвигаемся, передвигаемся. Хорошо, хорошо, прачники здесь убирают. Это мне нужно. Ну, отходим. Отходим. Так. Понятно все. Так, блядь, эти суки стреляют какие-то тварины. Давай-ка сюда их. Все, отстрелялись туда. Или нет еще? Наверное, еще не отстрелялись. Вот так вот нахуй, суки. Так, Фоглори. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас вроде порядок. Тут эти, блядь, еще и доходяги остались какие-какие. Так, надо-ка нам делать так. Давай, отодвигаемся. Что-то зажали мою конницу, блядь. Черт. Зажали конницу, блядь, поймали все-таки.
Так. Хорошо. Давайте-ка сюда. Так, что у нас здесь? Ты это чё, кто это здесь зашел такой, блядь. Так, что у нас тут происходит? Здесь все. Остался один. Какой-то непонятный отряд. Так, ну все. Это победа. 100%. И тут уж спорить нечего. Все, их зажали. Они умирают. Все, 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 бежите, колеблются. 96, 92, 90, 80. Все. Еще белые стали. Выбрал А. Даже добежать не могут до меня, уже все. Уже все. Ну, красные все. Чиндец. Все. Зашибись. Мы победили. Управляем войска. Чем зайдем с тыла? Ну, может, не будем генералом так резко набегать. Не, нам не можем с тыла зайти. Так, что тут у нас происходит? Так, опа. Назад, все. Погнали, добиваем этих тварин. Все, они убегают. Добиваем их. У нас остался один генерал, которого мы окружаем. Ускорим движение наших гастатов на генерала, на полководца этих варваров венетов. И вот мы забегаем с тыла. Вперед, берем остатки своей крутости.
все в тиски их, чтобы никто отсюда не выскочил. Переносим своих велитов с тыла. Сейчас обстреляем их немножко, и все. И они убегут. Очень сильные. Присягнувшие, вот они. Это очень сильный юнит, это просто пипец. Разворачиваемся. Вот интересно, почему убрали... А нет, огненные есть. Эту самую скорострельность. Ну вот, все, понесся обстрел. Сразу боевой дух упал. Ну конечно. Умирает, как на дрожжах. Хорошо умрут, хорошо. Вот и все. Тяжелая победа. Но мы победили, однако. Хотя нам прогнозировали смерть. Там было, что нас убьют. Но мы выжили. Это хорошо. Захватили целую провинцию. Нидиолан. Пока наши отбились достаточно большого количества войск. 2500 против наших 2, то есть 500 солдат. Мне было больше. Но так как у нас элитные войска, то соответственно и вопрос ставится соответствующим. С этими мы будем делать. Мы их убьем. И все. На этом мы заканчиваем серию. На такой героической победе. Пока. Нападать дальше. На север я не собираюсь. Нет желания нападать на север. Мы сейчас обустроим наши города, поселения, села. И будем уже жить, поживать, да добра наживать. Ладно, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будет еще много разных видео. До свидания.